Essa que básica, que é uma tanque. Skalge Dana Bartsner. Eu acho que sim. Tem um cara. Bots vem, mix que corre, mas não. Ik ga op de Ronaldo joh. Verrassend in een zaken los, zag in hoe de Nur das Tapa war da. So, Gnatzing. Online Draft. Are you gonna call Capitan now? Capitan is Johan Crew. Johan. Debu. Ah, eu nem me esporto a Dena. Olha a Dena ali, que isso não é da conta. Ah, não é que você tosse, né? Choc, ora vitzeles vunzel. Oh! Que vaso, mora, que calho, mora, tem.
Kocaman abi. Neyse. Orada oturdu mu draw? Orası olsun. Let's kiss John Gracie. Gracie leadership hayal. Lütfen enter, lütfen respons. Abi. Vazsız vazda mı? Defending çoğun yok mu pek? Ricardo Carvalho, Ampani. Fırratlar. Ama ne olacak hastayız? Ama ne olacak abi? Savaşmak. Kapsaba. Montiel. Hadi abi illa böyle kar. Ya var ya. Doğrusu var da ne mi şükür ne var? Angela çoğunun kalkar. Rulli. Sarı illa böyle bir şey. Bu da çıkması da var. İnce mi? Abi. Parası. Luka Modric ya. Kızı sari. Böyle abi. Ha boş mekle pek çevir. Ya da hı yara tıdı mı karın çi çövetsi. Çıkarın işte bu Diego Jota'nın haberi lafına kanka demsi. Hadi. Ya laf söz çok ses kılmak. Sen de çoğun değil mi ara? İtalyan kafası İkrami ya. Shot what's up stuff öyle. Ne yaptı? Yarın mı pick up kurtulur? Taktik et düzüm uytan. Tak gelmez. Karosu ne varsın? Давай, Бускет, чара, мы сменек. Ара чанка, Бускет, не хавсы, ну, так что чки для мечканы. Left, right. Она крутная, это хорошо. Это полета рука. Полета лава, пацаны.
Всем привет и добро пожаловать. Сегодня мы смотрим футбол. С Лука Модрича с Мартином Арачанком подъезд. Каза карточка Модрича Хартина. И так скидываем все. Подмогу. Возьмем все. Радио Фарман. Эля, вот Ахарыч, кстати. Ух ты. Фейцов на курсе чувакинга. Кентина Бельге. Добро пожаловать на Этихад Стадиум. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Георгий Черданцев и Константин... Ари, ари, мы попухцуны с Анем. Да. Ладно, бой, состава шот уже, да. Шот уже в состав, Роберто Карлос, Албана. Ай, Карля, Роберто Карлос, Метарна. Le mode de chasse. Et j'ai déjà tout vu, je l'ai déjà apprise, la leçon la plus dure. Tu m'as donné un appui, je suis tombé droit dans le mur. Une fois, deux fois. Oh ouais. On s'est déjà tout dit, et j'ai déjà tout vu, je l'ai déjà apprise, la leçon la plus dure. Давай, менак damage карпес, микиш хован. Что приготовили нам команды сегодня, надеюсь, нас ждет яркая игра. Вот так выглядит стартовый состав Мэд Лэдс сегодня. Голкипер... Давай, Тунгельна. Серхио Бускетс будет играть с Маскареллом в центре полузащиты. Команда... Опа-на, как это смотрит. На данный момент одно из самых востребованных... А, Лагмора, оговора Лагмора, может, чирим сейчас сказал. Все мастерски разыграл сейчас Садио Мане. Шикарный гол. 1-0, сейчас будет веселее. Полистина, телепортал на подброс. Прекрасно сыграл. А высокий баски. Убили. С мячом Яя Туре. Яя Туре с мячом. Это Садио Мане. Хорошее владение мячом они показывают. Араде! Похоже, посыпалась команда. Пенальти назначает рефери, и у соперника отличные шансы увеличить разрыв в счете. И тогда, в общем-то, можно уже... Обрезать. Перекладину. Была надежда на опасную атаку, но не получилось. Отдает мяч точно сопернику. Давай, Модрич, Тайтон, Сирим Пасарев, Банов, Монтьер. Молодец. Садем. Куву теперь с мячом. Уходит в центр с фланга. А, вот это ты на мешкала, Модрич, на мешка. Хорошо, вратарь играет. Рикардо Карвальо. Серхио Бускетс. Серхио Бускетс. Гонсало Монтьель. Бускетс. Лука Модрич. Давай Модрича. Отличное спасение. Аха, да. Он не стал подавать в штрафную, вместо этого разыграл через пас. Давай. Уф. Мимо, но было довольно опасно. Чуть точнее, и еще
там банка там баночка. Снесся королем, если не слышно. Бондика он накрыл. Давай. Ах, да. Я-я-туре. Легендака. Пере легендака. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Շատ ուժեղ պասեր կրիվ, արա լավ դե պլատ արա, ես ինչ ես անում արա Վիկիր Ակրեմ կեզ խաղացենը Յայա տուրը Իմնա Նի պլուչիլսի ատտատ տոչնը մյաչ պատերը Այս մանույ վրա կարել է շատը խաղանում, պլատն դուղտա Մուսկեցը ոյս դուզոց Լուկա Մոդրիչ Շատ լավնա, պաս, երկետ, խպի բուսկ Հառա լավ էլի Здорово играет Мэтт Лэтс последние 15 минут. Они сейчас максимально близко подходят к тому, чтобы сравнять счет. Нужно додавить соперника, и пришло время активно сыграть в атаке. И вот мяч у соперников, не стоит расслабляться даже с преимуществом. Абрес, шот давно гена целле сара лавели. Четко реагирует на этот момент и поднимает флажок. Да, судья уверенно сработал, а вот рывок был далеко не идеальным. Поторопился игрок. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Но не получается сохранить мяч, он переходит к сопернику. Садио. Денис Закария. Денис Закария. Немного времени остается до конца первого тайма. Хозяева пока что проигрывают с минимумом. Плата давай, Геннадий Лес. Всего один мяч забит за 45 минут. Это не очень много. Шадлявна Диабис или Гельфи. Ждет более веселая игра, и у проигрывающей стороны будет отличная возможность отыграться Но и не. Даже выйти вперед. Надо было скорее отобрать мяч, им это удалось. Набиль Фекир. Я-я Туре с мячом. Садио Мане. В очень подходящее время прерывается эта атака. Эрнандес. Ищут они разные варианты для атаки. Come on, Ari. Серхио Бускетс. Right. Получается у него мяч выйдет. Нормально, да, нормально. Так, Геннад, спаса. Снято вере. Круйф. Габрес. Вратарь тоже так решил, и поэтому был максимально спокоен. Набиль Фекир. Фекир. Часами тренировок проигрывается такая игра в пас. Блестящий. Это Совен Чолек, ара. Ищет он варианты атаку продолжить. Юрист на месте, ворота спасены и особых усилий прикладывать. Мане, забивать нужно! Скейворд целиком на 5. Здорово сыграл в этой атаке и записал на свой счет дубль. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится. И на этом первая половина матча подошла к концу, далее перерыв. Это оригинальный матч, сейф, дитоне, карна, фандитус. Может, чисто сахка дызы. Хотел FPS к цему чел, но нормально. Дал судья свисток, и второй тайм начался. После первой половины Мэтт Лэтс уступают в счете. Как дежвара карты. Калиду Кулибали.
Туре. Передача на Мане. И может тут что-то получиться у них. Здорово сыграно, удар заблокирован. Мяч достается сопернику, плохой пас. Это Роберто Карлос. Гову. Отличная возможность забить. Он, наверное, уже видел мяч в сетке, и тут такая потеря. Мяч ушел. Kalank heydi yank, kalank. Hep kızırı ya, elini çabuk. Kaç az hıç var mısınız? Kalkın mı? Kalkın mı? Kalkın sana iyi kırıvı. Fokuslu kırıvı. S meçom Zakaria. Ben çok, ve çok pink kalkın. Hıç var mı? Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Пошел нам быстрее. Есть поддержка в этой атаке. Туре. Обратно мяч Мане возвращается. Денис Закария получает пас. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Ну, все еще есть варианты для молодец. Молодец. Ужасное исполнение, вратарь. Пацан сейчас уже в полконце минут. Будет обидно, если они не смогут довести атаку до удара. Серхио Бускетс. Мане, нужно бить. Это Садио Мане забивает. Ой, полотен Карли. Он не смог ему помешать. Полота. Результативный получается матч. Голу. Это Пеле. Опасно тут может получиться. Или пеналь, или пеналь. Судья принимает максимально строгое решение. Скрыл. Гол! Реализует он пенальти. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Диаби может бить. Ай, блядь! Секунду, мяч выбит. Элиту. Подводный. Гости забрали себе мяч. А зачем он с Ганом Маринчаком там? Отлично образец того, как может эффектно и эффективно действовать полузащита. Мяч у них держится неплохо, и соперник никак не может его отобрать. И может быть скоро мы увидим еще один опасный момент. Не получился навес, и вратарь забирает себе мяч. Или спалата, но кинет, да, вази. Попрес. Модрич. Он очка, да, берем. Мячу Яя Туре. Пеле. Какую передачу он отдал. И какой сейф в исполнении Льюиса. Четверть часа еще играть команда. Мастерски сыграно, а дальше что? Вот как надо играть в защите. Ули, голуби. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Хорошо открылся, но немного залез в офсайд. Молодец, арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Но нет, никакого преимущества здесь не будет. Судья возвращает мяч туда, где было нарушение. Это штрафной. И что? Эту передачу перехватили.
Много еще играть, 10 минут. Фикер с фланга смещается. Неточный пас и перехват. Садио. Они забирают мяч на чужой половине поля. Пеле. Разница в счете приличная, и у хозяев почти не осталось времени, чтобы это исправить. На тут Челси хапикот. Только посмотри, какой момент. Уразиш вотный с Блатан Хемвис Рамбельц. На коротке угла. А если Алла, оп. Нята. Оп, нята, оп. Рикардо Карвалео без Менгелдена. Плохая передача, мяч перехвачен. Модрич. Муса Диаби с мячом. Момент отличный сейчас для удара. Мяч вратарь ведет от ворот. Очень хорошая возможность забить у Пушки. Ярла ворот. Поди плечо мяч. Да, у меня здесь где-то хаун. Да. Вот хаппинге мара хаун. Играть еще одну минуту добавленного времени. Роберто Карлос. Гову. Отражает удар Льорис. Финальный свисток арбитра ставит точку в этом матче. Для хозяев он сложился явно не так, как... А? Просто ярко. Да, порки на ног. Оп. Обрез. Если он поймал подъебаться, я. Немножечко поглубаться, смотрите. Ой, серьезно. Дуже тара. Если голи две галанг. И шот уже, вот здесь. О, мес. Ну, как он готовил давно. Томас Короля. Патрик Вера, если же лавбаны летали в Альверде. Вера. Можно бить Вера, чем нет. У меня Жорди Анта. Да, вот Жорди Анта из игры. Альверде. Или Кастер Сварки. И Пермешки. Да. Да. Парк. Ale je tak pochom. Haló? Háčan. Há. Type C large jak pet, bani lára. iPhone lára. iPhone lára. Há. Ախպեր չգիտեմ, օրիգինալը Type-C չի, iPhone-ը լարան,
Deyete tersi yok bak ben önüme vurumun tersi yok vegan. De tak ben onu mi aradı lara akber? Vegan eti, plan, Josika vegan artı. Akber ha, şey USB portunu çözse anlamasın mı? Lara bu dikkat nasıl mı yazmasın? Ne pes du gali? Rahmet kim yazdınız test aşkatıma? Asad öte karan test anı nakper çok en aşkatıma da çay aşkatıma. Ha. Evet. Te çe manım akber. Lav de vurma des vegan porsen bet. Bu di vur al niye el ya akber. Sağır des kağım en akber. USB porta icing kan. Flash kete eset. Eti ya sire kazar drama mı ağır el akber. Anladın. Ha eti ya sire kazar drama mı ağır. Racan? Çe boş bir tipi çıkan. Luboy tek kanutis kara sarnı çalsa USB port apet. Nes Luboy kanut mati apet bani çera ona. Kompi kanut neresi mekaç. Gidem zigzagıma pati ilni asa USB hamar apet USB port apet. Bluetooth. Devam de var ya, ben de var de meşne. Ne? Arası çıkacak kağıt sonra tövbe taradız et. Kesova çöldeme, lemme, rabbe çöbe. Ne yani, peki ha? Ciku. Hiç uca kalka sonları mi payit tak berek. Ne akamız böyle pekala çıkmış mı? Ne akamı çı pekala versin ve gelmem. Ha, vırat arası. Oğuz o çampos. Ariller. Baston ni. Baston ni. Ciku'nun kafa abeli şahsı yıkırtacak. Se Galsa David Ginola Thomas Kraliter ara Saliba sta un altro di Hans Saliba c'è nessuno Ciao La Take sense Passavo con Rosto Tony Bella Müller terna Galia Gnabry terna Galsa Güzel. Dağıtılan dünç bu otez. Dağıtılı kan. Ne var? Mahan, hafızım. Valverde'nin hayatı kâhanesi. O esin şu adı lafı sastı. Vaysırın hep karıyla hınzır. Menel çöz kalkın bu çenki önemli zarnım izin. Siyah porke morke sağlanca değil. Bunun gate forward'dan da. Nasıl yapsın daha? Ya var ya bir an kapatı. Özüm yıkalım.
Լավ է, շորտ պաս 99-ը դզեց, որա ուժը կարջ պասեր է կսում։ Պասել է կնանք է կրա ատակ պուզիշն ինչքան է։ Թոնասունում թարի ծաղով է լավ։ Հարձեք պոխաղան։ Հարի։ Սդմը կարելի է բալվերդեն սդմը չսնել։ Բել է ու էլ մեծին։ Հավա լավ է, ասկրվան կար առաջի 15,000-ը։ Этихад стадион в прямом эфире. Всем привет. Мы начинаем нашу трансляцию и очень скоро здесь начнется игра. А, я мы ценим их пеле меле. Курс игр на самана и атеру. Так, Вальвертен хагма. Цедма. Кенаврин галиса с крале хелма. Мутма хювеле. Пеле нуна. Пеле кентрон харцак вогали. Արելի կարելի ես ինչ եմ դեպելի գումի ես է ոլա ոլա ես կամա գենիչ ու նաս վուտբոլ վիշվը ուրովնի ուվերին վի նի աստանի Հավա չես կախում վրաս կրում ենք Հավա հավա լավ Матч обещает быть сегодня очень интересным. Надеюсь, что команды покажут... Да, Перед ним есть место на фланге, можно двигаться дальше. Вот так выглядит стартовый состав Mad Lads сегодня. В воротах Хорхе Кампас. Жорди Альба в защите сыграет вместе с Хесусом Навасом в роли фланговых защитников. Федерико Вальверде вместе с Гулитом в центре полузащиты. Адрес. Сегодня играет Марио Гомес. Карле Мантусан, Скенаври, Ральчо Газин. Дембеле. Спасибо, Шарджи Вумара. Скоро подача. Спасибо. Джорди Альбан и Валата. Пастан Мича, Вутанах и Вутефинги. Да, Твона. Այսա ոնց ենք ես մեն վրաց կրեմ։ Պրիսով է վրատ արիս, հած ես կոլոտ։ Ոտ են ես։ Հառաջ կոտվել եմ հարկը տողան դրա։ Շատ կոլոտ է։ Ինչ ուտ չենք ուսի կաղաց են, ուտ հերը։ Мяч остается в поле, хорошо сыграно. Состав гостевой команды. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. Давай Пелес, Вазиль. Играет с Рафаэлем Маркесом в центре защиты. Клаудио Маркизио начинает с Александром Мостовым в полузащите. И в нападении с первых минут Килиан Мбаппе. Давид Женула. Плохой пас, мяч перехвачен. Женула, его лавер мать. Не сомневаюсь, к игре Давида Женала перед этим матчем было особое внимание. Против него играть всегда непросто. Он очень здорово чувствует партнеров и является главным элементом в комбинационной игре своей команды. Мбаппе на фланге, интересно, может быть. Надо забивать.
Повезло вратарю, что мяч не полетел в створ, было опасно. И пробил игрок. Какая самоотверженная игра. Снова спасает свою команду. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Лэндон. Кьювел. Мяч у Харри Кьювел. Медлендс идут в атаку. Аут будет отлично в отборе сыграть сейчас. Пас на Харри Кьювела. И пойдет Ах, я да. Сейчас. Как играет Доннарумма. Давид Женула. Шикарный перехват, и атака заканчивается в штрафной. Давид Женула. Нуно Мендеш. Из-за боковой мяч будут вводить. Просто еще тонко банерану. В чем правильно с Ансаки? Легитарь. Кина, мати, Абрес. Мателя, спался то веле, махи. Абрес, мейкес. Изи, изи, изи. Это ешта. Матч продолжается. Я с Ансалсом, ешта, в разговоре дам это. Решет колу там из кампуса. Голкипер просто молодцом, он спасает свою команду от верного гола. И мяч переходит к другой команде. Давно не было мяча у Мэтт Лэнс. Владение для них сейчас не самое главное. Думаю, они это отлично понимают. Ох, речок об отпалке парни. Я вот сегодня не смогу быть рейтингом, но черт не спели. И никого не удивляет, что они сейчас вновь играют без мяча. Отлично, вообще ничего. Пас на Давида Женула. Или мы форс распаса? Что тут же хрена? Воздранчо Италии такие штрафы. Пойдем, не видим здесь. Ну, это Гельхе, ну, Абрес. Пойдем, ты что, Дежвар Гельхе, бажите. А если ты ворсон, не, не смотал, кто гонит. Мастер. Иди пас там. Эрнандес. А, че, Эрнандес. Это совсем не опасно, сильно мимо. Не получился у него удар, хотел пробить на технику, и техника его тут явно подвела. За боковой оказывается мяч, пасу немного не хватило точности. Нет, не дошел этот пас до адреса. Подводка. Маркизио с мячом. Сравнивать нужно! Хорошо, вратарь играл. Вратарь пожалуйста. Пробил мимо, однако нервы соперникам пощекотал. Они чувствуют, что ответный гол где-то рядом и ищут возможности, чтобы забить и сравнять счет. Харри Кьюэлл. Вот и все, потеряли мяч. Добрый он четко играет в своей штрафной, чистый отбор. Рут Гуллит. Здорово сейчас может контратака пройти. Чивал, замаработал чувал, за надо с ним Гуллит. Теперь уже стоит задуматься о том, как бы в свои ворота не пропустить. Отличный пас. Слета! А ты пацан спотыл, не банч. Построился под этот мяч. Пробил отлично. Прекрасный гол. Счет снова равный. 1-1. Выходит он один на один. Эцова! Провуцули на донера. Оставалось только нанести завершающий. Давай замятый подъел. Но пробил не точно. И Карлос у нее же опыт на банч. Добавленного времени. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля.
И на этом первая половина матча подошла к концу. Далее перерыв. Еще 45 минут футбола на стадионе Этихад. Поехали. Мяч потерян. Проходит он защитника. До ворот оставалось совсем немного, но атака закончена. Чат уже говорит, молодец. Молодец, да, пасер. Мяч хорошо двигается в атаке, нужно продолжать. И хороший отбор. Давид Жанала хорошо показал себя в первом тайме, принес много пользы своей команде. Он в хорошей форме, успевает почти везде, играет в первую очередь в партнеров и не жадничает. Хорошие качества для футболиста. Отталкиваясь от этого, во втором тайме у его команды есть отличные шансы довести матч до победы. Жанала, stay forward to be. Так гарам вилла тактике сара. Умбапе мяч, будет он тащить его. Бездарная атака получилась, теперь надо снова отвоевать. Езрин Харцек Портик. Пентру нема вечникам, Эдриану Кенсари. Харри Кьюэлл. Галюция типа Титана. Пас на Харри Кьюэлла. Теряет мяч игрок. Шадвата, шадвата, пас чемпион. Цахлика. Отличный момент есть. И что это? Гол! Мэтлетс уступает в счете, и матч продолжается. Давид Жанула. Тридцать минут играть осталось. Отбор хорошо сыграно. Дембеле. Мяч потерян. Ах, пыль. Да. Харри Кьюэлл. Ах, пыль, это он чё? Ирен Касселен, чё инш кабель опять? Да. Вильям Салибан. А, урван или нема? Да, вах, пэрес, да. Мяч потерян. Хесус Навас. Ох, как опасно. Был отличный удар получил. Усман Дембеле. Ага. Мяч все ближе к воротам, атака продолжается. Это удар. Yeah. Это удар. Да. Вот что капитара не. Мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Вот это да, отлично сыграно. Жинула что с капитаном Родоном Кези. Абрес, это ж Багилов. Ски вратар вошибан чарец. Очень хорошо он пас отдал. Не стали бы мера вара. Чикарм вази. И может тут что-то получиться у них. Здорово сыграно.
Может он сравнять счет? Опрос. Халзи, вара, халзи, фэсэ. И смогли сравнять счет. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Не удается его остановить в защите. Перевес. На! Вот кучки рано. Между ног разду, мы так хорошо. Браво, голкипер. Просто браво. Настоящий герой в этом эпизоде. Навешивает Усман Дембеле. Мяч покидает штрафную после углового. Пикарей. Вратарь. И счет остается равным. Афас Маркеза, чик. Ничью подарил своей команде. Это как минимум. Угловой будет подавать команда. Школу тара из вратара. Эмоска, ну вонца из вратара. Пас на Клаудио Маркизио. Отличный удар. И удар заблокирован. Мяч за боковой уходит. После Элира Мотека ворает кандака. На земле, но только не он. Как же вовремя он сыграл на перепаде. У него хорошая реакция, это был очень опасный удар. Можно забивать. И снова заблокирован удар. Великолепная игра в защите. Дембеле. Ждет он вариантов для продолжения. Если они хотят сегодня победить, то надо реализовать этот угловой. Мимо ворот летит мяч, хотя удар получился опасным. Мне нравится халтиц. Тура релейт. 5 минут есть у команды. Бля, стена, я рога. Очень мало времени остается, чтобы определить победителя в этой встрече. Нужно использовать шанс. У него получилось выбить мяч далеко. Дембеле идет ближе к центру. Федерико Вальверде. Давид Женола. Компенсированное время, 2 минуты, столько еще играть. Продолжает идти вперед. Дембеле. Девяносто минут истекли, счет равный, нас ждут еще 2 тайма по 15 минут. Кинься хумина дворе собой. Продолжается у нас матч. Первый дополнительный тайм начался. Пришло время проверить, кто в какой физической форме. Защитник остался позади. И на этом атака останавливается, а ведь могло получиться что-то опасное. Харри Кьюэлл. Очень опасная атака, но всего один перехват, и она закончена. Мбаппе на фланге, интересно, может быть. Хесус Навас. Навас. Вильям Салива. Хорошо, они мяч переводят. Этот пас перехвачен. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Какой удар! И это мог быть его дубль в сегодняшней встрече, если бы не вратарь. Ну, не думаю, что форвард на этом успокоится и будет искать свои шансы. Мяч будет введен в игру из-за боковой.
Мбаппе. Для защиты все могло закончиться гораздо хуже, но этот перехват спас команду. Штрафной удар последует за этим нарушением. Судья сегодня неумолима. Судья показывает, что момент не остался незамеченным, но можно продолжить игру. Далее это сбудется. Меняют они стороны атаки. Алессандро Бастони. Тео Эрнандес с мячом. Рут Гуллит. В пас они точно умеют играть, а вот что насчет удара по воротам? Одну минуту играть, больше не добавили. Соперник прессингует, это может быть опасно. Дембеле. На Дембеле пас. Ну решай же! Гол! Сегодня он один из самых полезных игроков на поле, забивает во второй раз. Конец первого дополнительного тайма. Посмотрим, остались ли у команд силы на вторые 15 минут. А у нас начались вторые добавленные 15 минут. Мэтт Летс в атаке и можно идти по флангу. Эрнандес. Рут Гуллит. Вот это пас прекрасный. Поднят флажок бокового арбитра. Все-таки было вне игры в этом моменте. Всему виной рывок. Слишком рано побежал игрок. И это стало ключевым моментом. Пас пришел уже в офсайд. Вальверде хорошо сыграл на перехвате. Отставание минимальное. Нужно заканчивать эту атаку голом и сравнивать счет. Времени осталось немного. Гол! Равный. На поле снова равенство. 3-3. Они пошли вперед в концовке матча. Сейчас любая атака может стать решающей. Еще пространство для атаки они ищут. Мбаппе уходит с фланга. Надежно играет Хорхе Кампос. Пять минут еще осталось командам провести на поле. Сен-Максимен. Отличная возможность забить. Вопрос. Не всем удается попасть в такую дистанцию, даже по пустыне. Это молодец просто. Вот это поворот в нашем матче. В концовке все-таки получается команде выйти вперед. Может он сравнять счет? Отличный отбор в самый последний момент. Командам осталось играть всего одну минуту. Маловато будет. Молодец. Мяч ушел в аут. И это все на сегодня. Больше времени не остается. Поздравляем хозяев поля с этой победой. Easy comeback card.
Футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Для вас сегодня работает привычная пара комментаторов Георгий Черданцев и Константин Кирович. Мы приготовили для вас отличный матч. С первой и до последней минуты никуда не уходите. Поскорее бы этот матч начался. Марио Хомес. Alle waren wegen Haftung. War ich hier? Как тебе атмосфера на трибунах? На телесе как плохо, чем мы за нас еще любят. Ладно. Мяты. Я зря на арце кого не звал, а ли дрыв карнаву мы идет, карце кентру на арце кого. А что? Лучше это не было. Тоги чихал. Штрафной все спокойно, вратарь первый на мяче. И вот мы видим состав хозяев. Каспер Шмейхель сегодня защищает ворота. В защите Антонио Рудигер играет с Симоном Кьером. Рафаэль Ляо выйдет с Усманом Дембеле на флангах полузащиты. Команда играет по схеме с одним нападающим. Ну и главное, чтобы форвард был забивным. Остальное не так важно. Тренер решил сделать замену и выпустить свежего игрока. Мы видим стартовый состав. В воротах Хорхе Кампос. Жорди Альба в защите сыграет вместе с Хесусом Навасом в роли фланговых защитников. Гулит вместе с Вальверде в центре полузащиты. И в нападении сегодня играет Марио Гомес. Давай. Бастик. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Медлед с мячом, и есть место на фланге. Вот что значит спасти команду. Этот перехват получился как нельзя вовремя. Лав Хапсер. Усман Дембеле. Дембеле. Хорошая игра в пас. Хороший отбор, чистая игра в своей штрафной. Сон Хын Мин. И без мяча они остаются. Уже гайр. Shot serum pass, shot serum goal, easy, herkese. Shot serum pass, kısaca Q verilen. Maladet, maladet. Hadi Q var. Hiç anım Ronaldo da heto. Heto. Eli heto. Liao. Уверенно они в атаку идут. Дембеле. Тут может быть опасно. Эйнау, да, рикошет. Тут покачалец. Любит. Ой, добро. Чузом с хвилями. Denk ich schon auf der Ronaldo gesagt. Oh. Das war legendary. Denk ich, wo ich mich in der Haft habe. Frank Kessier. Отличная возможность забить. Пелес. Обрез. Медлец в атаке, и можно идти по флангу. И что он сделает здесь?
Ara la var ara hiç pasta bunun hiç gol çıkmadı. Играют без навеса, разыграли на коротке. С мячом Харри Кьюэлл. Образ. Отличный перехват, очень вовремя. Секо Фафана. Тащит мяч вперед он. Уходит в центр Дембеле. Похоже, это гол. Как играет Хорхе Кампос. Кьюэлл. Садио Мане. Игрок Мэтт Блэдс теряет мяч. И как вы видите, Мэтт Блэдс почти все время играет без мяча. Я бы не сказал, что это как-то серьезно сказывается на их игре. Соперник, конечно, больше мяч контролирует, но не всегда это залог конечного успеха. Счет на табло сейчас подтверждает мои слова. Хотя сейчас мы видим, что они взяли инициативу в свои руки. А забить? Забивай сейчас и все, результат не изменить. Так у соперника остается шанс, как бы этот промах не стал чем-то более важным. Эрнандес. Рафаэль Ляо с мячом. Надежно два горя сыграл, будет аут. Тео Эрнандес. Рюдигер. Сон Хын Мин. Они уверенно идут вперед, мяч у них. Дембеле будет бить. Но забивать же нужно было. Все условия для гола, а он не попал. Много ли будет таких моментов в сегодняшнем матче, Георгий, а? Тем временем-то команда проигрывает. Не хватило сил, чтобы сохранить владение. Хороший отрезок сейчас проводит команда. Сон Хвинмин. Снова у Сона мяч. Вот это да! Отлично сыграно. С мячом Мэтт Блэдс. Есть много места на фланге. Подача в штрафную. Мяч выходит из игры. Будет удар от ворот. Франк Кесье. Ляо. Тео Эрнандес с мячом. Есть адрес у этой передачи. Все внимание на бокового. Флажок в его руке поднят. Это офсайд. Обидно, что ничего большего мы не увидели в этой атаке, потому что потенциально все могло закончиться гораздо опаснее. Одну минуту играть больше. Давид Женула. Шанс для Харри Кьюэлла. Сука, если. Ядро пошпадает, Килиш. И на этом первая половина матча подходит к концу. Впереди небольшой перерыв. Бир халат согас, был чем масло. Впереди второй тайм. Тео Эрнандес. Хесус Навас. Садио Мане. Выходит он один на один. Голосо, уэльи махалы, давай, мэгэ, мэгэ. Молодец, молодец. Այ, ճիշտ խաղացող է, անգամ է ջոգել, որ ձև չի, տրնդրալ է, այկա,
Good nothing. Все, хорошо, чика. Я работаю там, когда. Оранжер, наверное. Оф. Nazif bir tablo zaten. Asan gül. Всем привет! Футбол снова собрал нас вместе. Отличный день для хорошей игры. Комментаторский дуэт сегодня остался без изменений. Как всегда, для вас работают Георгий. Черданцев и Константин Генич. От этой встречи мы ждем максимум голов и яркой игры с обеих сторон. Лучший футбол только для вас. Поскорее бы этот матч начался, ждать уже нет сил. Матч у нас будет ярким, в этом нет никаких сомнений. Здесь игра важна для обеих команд. Ну и атмосфера сегодня на стадионе просто великолепная. И вот мы видим состав хозяев. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. В обороне Мальдини сыграет с Рафаэлем Маркесом в центре защиты. Лука Модрич с первых минут начинает вместе с Леоном Горецкой в центре полузащиты. И впереди будут действовать два нападающих. Посмотрим, смогут ли они что-то придумать в атаке. Вот так выглядит стартовый состав Mad Lads сегодня. В воротах Хорхе Кампос.
Джорди Альба в защите сыграет вместе с Хесусом Навасом в роли фланговых защитников. Федерико Вальверде вместе с Гулитом в центре полузащиты. И в нападении сегодня... На замену на поле выходит новый игрок. Порцеру. Надо чем кормить меня здесь форсером, надо чем пить кворна. На точность, но немного не попал. Леон Горецко. Модрич. Отличный перехват, и он заканчивает атаку. Отлично сыграно, может быть опасно. Давид Женула. У него отличный шанс. Повезло вратарю, что мяч не полетел в створ, было опасно. Леон Горецко. Мяч у Жоана Капдевилы. Габриэль Жезус. И есть куда бежать ему дальше. Этот мяч защитен не будет, боковой сигнализирует, что было положение... Офсайд, офсайд, мигура, кацца, хмяра. ...завершение атаки не дало им забить мяч по правилам. Попытка обострить игру. И есть поддержка у этой атаки. Не получилось у атаки ничего. Защита молодцом. Садим. Прекрасная игра защитников штрафной. Отсос. Лавкара, да, меч. Фермерик. Мог ротова поставить. Неплохо он с мячом идет вперед. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Мане. Есть удар. Короче, на пас. Это паста, я всех хапаме. Карцеля. Давайте ударим. 1-0. Сейчас будет веселее. Леон Горецко. Габриэл Жезус. Жоан Капдевилла. Лука Модрич. Трибуны просят гол. Атака прервалась на подступах к штрафной. Рут Гуллит. Эрнандес. Мяч в центр штрафной летит. И это еще не все. Мяч в опасной близости от ворот. На этом их атака и остановилась. Мяч отдан чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Хороший пас получился. Абсос, абсос, нет, пафер минуты. Боли. Лука Модрич. Мяч не уходит из игры, можно создать опасный момент. Уходит ближе к центру. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Одна фоханс машат. Пас на Харри Кьюэлл. Мане. Че дела? Какой опасный был момент! Вальверде сорвал. Вперед пошли Мэд Лэдс. Ах, кура. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Лапцик пошло на мазна. Хесус Навас. О, че пошли, а вот давно. Мы уже не так далеко от свистка на перерыв. Пока что игра складывается в пользу гостей. Они ведут с минимальным преимуществом в счете. У Марки, счет у нас минимальный. Им повезло, что получилось забить. Создали и реализовали хорош. Извини, что прерываю. Отличная позиция для удара.
Не смогли они в этом моменте друг друга понять. Арден мельки вам не отпорсат. Давид Женола. Есть кому в атаке помочь. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Прекрасная техника. Кювал. Опрос. А это серьезно, они забивают еще один мяч и уходят в отрыв. Вот и все, на этом первый тайм закончен. Эшко, че сразу, это Эшко, хау, подыграем. Алло. Алло. Айо, айо. Балус, балус. Балус, балус. Дает судья свисток. Нормально, авторы, кто он сейчас? После первой половины матча преимущество на стороне Мэд Лэд. Ифа, хм. Чан? Ифа. Кто сейчас он? Кай со мной. Кай со знаю. И мяч переходит к сопернику. Ах, я знаю, махтать. Неплохая контратака. Повыдал, чихавас. Инчах, пэр? Нека парцаны, это матнам хаам. А. Харец, чарец, харец, туфтенар, неркевей, пастали. Чес матни? Че, кайсум хаам, ахта. Хаган, ахта. Песит им хаам, мене рейткен хаам. Рейткен воля? Азва депем хаам, ахта. Следует удар. Вратарь выручает кап. Фавджи, а сели кавэ? Фавджи, фифа. Лаве Лорелес. Эйта. Эмэн мобайл хаву. Бэс нали кула Корелечка. Инчи мана махтер. Ադե սխմեիք, սա աշկեցոս ու ներբես հանի, տենց հել եմ ես կաղգից ինգնեք կրինայն այդ 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 հինգը պաուզ է ավել ալ 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 իրա համարեցի բեսան բուժը խաղ, ինգը շատ ուժը խաղացում Սա աստավոս ուժը սելա աստավոս չէ, աստավոս նույն է ունացում Ես աշխարի խաղը լտեսել է գոլ իզի ինչն է ծախակ Արգենտինան Արալ մի Արայև չր մի Արայև կրված ուղակիրն են Երկու մեկ կրվավ է մի Հաղնեք կարմ են կրվեն աղպեր Ա ամպարտելիք իմ չկա Ам пасоди банк, асте. Просто бутчика. Прихватить мяч. Амен че хнараура. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Ничего опасного, они своим шансом не воспользовались. Сахас хавэлэ хнараур. С мячом Харикюил. Пошел на вес. Дава не ата пэлэ скалхи твойта. Апсос, апсос. Ну тут даже играть на перехвате не пришлось, мяч сам пришел. Давай жинула. Пачов. Шат лавна. Шат лавна. Если че, рука ТВ. Ютубер стример, если. Иди на это война, окей? Мелас верчи хага. Верчи финал. Комод? Финал не ли? Колесин чарлом. Уже паки ратали. Шкремель. Лурчен. Сиола паки ратали, а. Ну если вот калан, карелия басер. Если эфиру мы мах, пер эфиру вам басер, то есть куда вообще мы калан? Мы эфиру мы чес? А. Компас азы в адзык мы с эфир раз мы. Давай эфир. Компас там по мах, пер там по. Да, я сказал, я хамар даже компас. Азы в адзык. Раз вот она сум пьем дыре, эрку качи ворака. Ասում թանացոնա բատնավ բարդը Այլի մենակ սուսոնան այլ Այլ սուսոն լոսը Չէ, ոչ մինքը չի մայնում
آره صبر که تو کل اساسا مطمئن فرت نم تو نمیشه سانم آه اصلا تو من بارسی نیست رژیگی تاکتا این چی ما نم آخ بردی نم آخفاتا باقی چلی لبوی خاختو خواه آه لبوی خاختو کارم هم داجه که رونالدو هانم رونالدو بده دی درنه تو یا Ավոն չէ աղպեր, որ լավ խաղացող տա ձերնատու չի։ Դե ուն էիր Ռոնալդու դրոմ եմ ասում։ Չէ, զուբացիկ Ռոնալդու աղպեր, զուբացիկին գիտես։ Ուն չգիտես աղպեր, բրազիլացի հա։ Սասում ինչ ասում։ Այլ այդ եմ աղպեր, դա գիտես ում այդ Ռոնալդու, չացի Ռոնալդու։ Ենի պորտակ Պորտուգալացիա, ունու են դա ասում, ոյով բրավիլացիքի են ասում, ճաղգում այս, հարեց իր դրվարը մարկետ ու մաղկը, ինանում խաղացող չկա, երեկ է հելա վինալը, կերում էին, 87-րդ րոպեն էր աղպեր, անձյուզ ավ ավտոմատ խաղաց աղպեր, կաղաց անձյուզ, կամ չիտեր էր, կամ է կոնպես չել վեքեց, ասեց հոգն է անձյուզ են։ Սա Պորտուգալիայի խաղաց ես հար։ Համարը սա խաղեն են նայն ենք էլ երդկեր։ Հուտբոլ ես էլի նայամ աղթեր։ Մեկ-մեկ էլի։ Մեկ-մեկ հազվադետ։ Չէ հայլայտն են մեկ նայամ։ Եպ ձել եվ զրա վուտբոլ ծուստվեց էդ աղթ կնայամ չէ չէ։ Հիմա էլա ծուս տալի աղթեր։ Դե որ է տալիքի վրա լինում Վինալն է ինձի ուժեղ։ World Cup։ Վինալը արժինել։ Վինալը։ Հետաք հիրալն է լուք հոչոգելը։ Դե հա։ Ող խայտարակ հաշիվլնի։ Վապշե հետաք հիրալնի աղպեն այլը։ Նեստումը Պորտուգալ ենք կրի ես տարի։ Ես նենց Հա որ աղպեր, չէ է ասում, բայց աղպեր։ Բրազիլիան են ենց է լավ աղխամըտ, մգրատովանց խապեց արը, շատ ուժեր էր։ Հա, իսսա մգրատար էլ դանակ գոլ արեց էլի աղպեր, դանակը հարեց աղպեր։ Բայց ուժեղ էր։ Ուժեղ էր, ուժեղ էր։ Անսպասելի Հով վինիսուսը տեսար, որ վազը ծնգավ։ Չէ։ Չես նայլ խաղը։ Միջև էր չեմ նայմ, մենակ գոլային էրն եմ նայմ։ Հայլայտն ես էլի նայմ աղպեր։ Բատե հա, որ մերը յուքոմ հայտ եմ տալի, գոլերն եմ նայմ անչտում։ Ոնց աղպեր չտեսար իտալիա վրանսի հանդիտումը։ Չէ, ինչ էլավ։ Որ երկու-երկու խաղացին։ Հան։ Ես տեսեր։ Չէ, բելգյան էլա նիշարը, չպես չմ հիշում ում դեմ իրխան։ Չէ, բելգյան կրվավ երկու զրո Պատեսար գոլ էր աղպեր, տեսա սանեին մծրին մի անգամից կարացին, Սալահին, սանեին աղպեր, սանեին, կարեն մի ատ է գոլ խպեին աղպեր, սանեին հավա չտրշեց աղպեր էլով անգյունային հանին, չես հետևում էլ իրադարձությունների,
Չան։ Իրադարձություններին չես հետևում էլի։ Դե հա։ Ինսինյա տեսա՞ր ոնց խփեց ախպեր։ Մաց ուժեղ գոլա, Ինսինյան ախպեր։ Իտալիա Ֆրանսիա հանդիպումը։ Ինսինյա։ Ինսինյան, Ինսինյա։ Ինսինյան։ Ինսինյա։ Ախպերս մենակ բրազիլիանն տեսա։ Բերարդի բան ախպեր։ Եկե Պորտուգալիան։ Մնացածը չեմ տեսա։ Հա։ Կեզան ախպեր։ Միակը Իմոբիլեն ախպեր մտա տեսա Ֆրանսիա։ Լկանի։ Արես մարդ չկա խաղացողը։ Դեֆյուզ, դեֆյուզ, դեֆյուզ։ Դեֆյուզ են անում։ Այ հորս ծորով։ Լավ կանի հետ լամ բսի խամ գրում։ Դա ավող պերց։ Հարա վինալ ենք հասել արա դեկ գոտով եք խաղանք աղպրները արա։ Հա, դզեց, դզեց։ Հազիվ մարդ են գավարա։ Մեր ենք աղպեր։ Սպասելա։ Ենասով ա մեր դեմ ընգը։ Վիկտորը էս։ Սե։ Եշտե գենով, եշտե գենով, լավ թիմա, ասենք։ Ասենք թե լավ թիմա, ասենք։ Արի կյուզային։ Ուսան չենք կրվի նորմալ պաշկեք կտա կպացինք առան մորացը։ Սա։ Ինոր լայն ուսի կսան։ Չէ ինչ արյավ էտի։ Չացել էր կաղան։ Սո։ Сомнений, впереди у нас яркая встреча двух классных команд. Все готово к началу, болельщики ждут стартового свистка. Отлично их сегодня слышно будет. Надеюсь, это поможет футболистам. Արա լավ էլի, արա ժինյոնա, այ, գոլի տարա։ Два футболиста из разных клубов готовятся выйти сейчас на газон. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Гулит вместе с Эдуардо Камавингой в центре поля. Игра в два нападающих, классика жанра. Да, похоже, нас ждет суровый, жесткий силовой футбол. Жёсткий. Мы видим стартовый состав Мэд Лэнса. Кажется, всё лес нормально, или нет? В воротах Хорхе Кампос. Жорди Альба в защите сыграет вместе с Хесусом Навасом в роли фланговых защитников. Гулит вместе с Вальверде в центре полузащиты. Нападение сыграет Мэд Лэнс. Счёт уже в кампе, начали гол! Гол! Получается, забитый быстрый мяч, и счёт уже открыт. 1-0. Сейчас будет веселее. Այս խաղը մեր ամենակարևոր թեժ խաղն է։ С мячом Мэд Лэдс, есть много места на фланге. Արա Ժինոլան չի վադին, որ չեմ ասում, գուցում է առնել, բայց էլ կյանքում չեմ առնել սանը։ Չգիտեմ խենք ինձ թանկերը, ին ներկու մլուն կա, ոտ ինքը վապշը չարջ է թենք։ Սոն Forever-ը դրիվերը։ Какие тут варианты у него есть? Лавнес. Шат уже хавсрет. Лозану. Отличный вынос и отгол, он спасает команду. Там чуна мафа. Ну, на этот раз полегче. Да, тот сейф был просто потрясающим. Ну, а теперь можно просто отдышаться. А проспелес. Эрнандес. Рут Гуллит. Эрнандес. Уже грога кармакет пелев кара гол лни. Товек. Что товек. Вот мы. Мячом Камавинга. Гуллит. Как играет Хорхе Кампос. А и так со стороны лайн не цены. Гуллит мулит пелев на лафаг на пила. Это арага пашпана. Чисто сработано. Пашпана пила. Ամեն մատացիրա, պաշտպանություն։
Они переходят в атаку, и сейчас игра может набрать скорость. Эдуардо Камавинга получает пас. Надо сравнивать! Забивай! Гол! Это Руди Фёллер. Он всегда точно знает, как сыграть в подобных моментах без шансов для вратаря. Счет снова равный. 1-1. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Тимо Вернер. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Хороший пас. Что дальше? Он отобрал мяч и спас команду от гола. Лосана может идти вперед. Схаваться в оба влево хаут. Дузна. Пас на Руди Фёллера. Вот что значит спасти команду. Этот перехват получился как нельзя вовремя. Руди Фёллер. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. Выносит он мяч и угловой будет. Матчмейкер, подыкай. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Пас на Руди Фёллера. Как играет Хорхе Кампос. Мяч в воздухе. Очень здорово прессингуют они. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Ну, решай же! Вот он, того езера. Хороший момент тут может получиться. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Навеса нет, все низом. Эдуардо Камавинга получает пас. Вратарь справился с ударом. Только позавидовать можно их умению создавать моменты для гола, но вот с реализацией, конечно, дела обстоят гораздо. Сейчас у команды есть шанс поправить статистику, проведя результативную атаку. Пытается тут придумать что-то. Сыграно в мяч надежно. Жорди Альба. Это Рут Гуллит. Давид Женула. Он хорошо прочитал момент и перехватил мяч. Камавинга. Лосано. Пас на Руди Фёллера. Вернер. Должен забить. Гол! Мяч в сетке! Мэтт Лэтс уступает в счете, и матч продолжается. Опасно может это владение мячом завершиться. И все, больше в первом тайме не осталось. Вторая половина матча началась. Опасно тут может получиться. Но нет, пас не доходит до своего игрока. Все-таки перехват. Давид Женула. Очень уверенная игра в отборе. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Ну что, смогут извлечь какую-то пользу из этой атаки футболисты? Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Уже 4 гола в этой встрече забиты. 3-1 еще. Тимо Вернер. Назад на Вернера. Вернер! Да,
С такой дистанции надо забивать. Тут вариантов быть не должно. Но гол-то, к сожалению, мы не увидели. С мячом Харри Кьюэлл. Садио Мане есть в центре. И стараются противники накрыть мяч уже в штрафной. Ну как же так? Настолько выгодная позиция у него была, а вот удар будет от ворот. Тимо Вернер. Вернер с мячом. Ой, кто? Чё такая безоборочная? Пацан, то он не зря спашпунет, что было? Эрнандес и Моротсон. 4-1. Преимущество в 3 мяча отыграть практически невозможно. Ирвинг Лосано. Он все еще с мячом. А как насчет обострения? Уже тут подключил, что будет выдохнуть. Кьюэлл. Отличный скилл в дриблинге. Мяч проходит между ног. Камовинга с мячом. Вернер. Ирвинг Лосано. И опасно может получиться. Потащил один удар, но может быть и второй. Таким ударом его не пробить. Сыграли без верховой передачи через короткий пас. И удар! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. В очередной раз нам показывают подтверждение превосходства одной команды над другой. Статистика красноречива. И очень хорошо видно, что, скорее всего, сопернику не удастся сегодня отыграться. Они по многим параметрам уступают. Ну и почему бы не провести еще одну хорошую атаку? Рут Гуллит. Ирвинг Лосано. Вот и все. Опасная атака, но благодаря перехвату она закончена. Мяч за лицевой, будет угловой удар. Не стал он подавать через пас. Угловой разыгран. Тимо Вернер. Как же вовремя он сыграл на перехвате. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Ирвинг Лосано. Здорово накрыл, удар не проходит. И будет аут сейчас. Вот что значит спасти команду. Этот перехват получился как нельзя вовремя. Давид Женула. Штрафную подача. Не смог тут игрок мяч поднять и навес не получился. Спас команду от гола. Здесь точно не стоило терять мяч. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стало для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. Они играют смело и возвращают себе мяч. Мячом Харри Кьюэлл. Потрясающе близкого расстояния бил игрок. Он делает короткий пас, решил не навешивать. Садио Мане. С мячом Харри Кьюэлл. Эрнандес. Игрок Мэтт Летс теряет мяч. Ирвинг Лосано. Хороший момент у него был, но он его не использовал. Удар от ворот. Пришло время выпустить свежего игрока на поле.
8 минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команд. Помогает ему партнер в атаке сейчас. Пас на Руди Фёллера. Момент для удара. Вратарь в игре справился с ударом. Слишком паса хорошая с. Вот если бы этот пас прошел, было бы очень опасно. Идет вперед. Тиму Вернер. Хорошо, здесь этот пас хороший. Разница в счете приличная, и у гостей почти не осталось времени, чтобы это исправить. Если не забить в ближайшие минуты, то спасти этот матч вряд ли получится. Это был совсем не их день, ничего хорошего они не сделали в этом матче. А даже если что-то и было, то это скорее случайность, потому что общая картина игры сложилась целиком и полностью в пользу команды соперника. Компенсированное время, 2 минуты, столько еще играть. Вернер. Мяч потерян, теперь надо обороняться. Момент! Все, финальный свисток судьи фиксирует поражение гостевой команды. Нечего им сказать друг другу. Проблем на техалон, но палки работы. Мысечка на хардкору. 12 минут. Сейчас ничего. Акан. Надо или не, мы бы пропхалом. Пойдет цепь. Ora sta con le stava occhi ormai Liverpool mamma da Vital ora Wandersar. Let's call it manga. Campos. Orası yine dizi damlayacağız. Ne diyeyim? Субтитры сделал DimaTorzok.
Zaten tam bakın ki. Всем привет и добро пожаловать в Англию. Сегодня мы смотрим футбол в Манчестере на стадионе Этихад. Сегодня футбол вместе с вами смотреть будут Георгий Черданцев и Константин Генич. И не только смотреть, но и комментировать. Встреча таких команд не должна никого оставить равнодушными. Все внимание на поле. Классный матч мы сегодня увидим. Frank Ribery. Ribery нам дали, говорит. Тим Константин. Всегда приятно работать в такой атмосфере. Полный стадион и поле высшего класса. Здесь есть все, чтобы команды показали свой лучший футбол. Вот так выглядит стартовый состав Mad Lads сегодня. В воротах Эдвин Ван дер Сар. Клаудио Маркизио начинает счет уже, счет. Сегодня в составе два нападающих. Полагаю, это не соперник, наверное, готов к такой модели. Выручил свою команду. На экране стартовый состав гостей. В воротах играет Александр Нюбель. Душ Сантуш в защите сыграет вместе с Аароном Ван Бисакой в роли фланговых защитников. Яя Туре начинает с Вериту на фланге в полузащите. Нападение сыграет Оле Гуннар Сульшер. Ларс Рикен. Ларс Рикен. Удар и мяч попадает в обороняющегося игрока. Яя Туре. Можно забивать. И счет в матче открыт. Отлично, они начали. Быстро. Решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Минимальное преимущество мастерски сыграно, а дальше что? Вратарь в этом моменте уже отыгран был, но мяч все-таки выше ворот прошел. Немного до гола оставалось, но чуть-чуть точности ему тут не хватило. Уверенная игра в отборе.
Ничего, ну. Все-таки получается вернуть себе мяч. Спасибо прессингу. Гуву. Как здорово он мяч отдал. Обидно для атакующих, но все-таки офсайд. Хорошее движение впереди, но момент для рывка не получилось выбрать правильно. Движение пошло чуть раньше передачи, а должно быть наоборот. И теряют они мяч. Исмаили. Как здорово он сыграл на перехвате. Франк Рибери. Я-я Туре. Рибери. Здорово накрыл, удар не проходит. И Алекс Вандерсон. Тюре тут совара. Килиан Мбаппе. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Франк Рибери. Да, ну там пуш финтара. Пошла подача в штрафную. Очень хорошо в обороне сыграно. Гуву. Хороший пас. Что дальше? И мяч доходит до него. Вратарь отлично прочитал этот момент и сыграл на выходе. Важно было успеть первым на мяч, чтобы не дать пробить. И это получилось. Не получается отдать мяч точно, перехват. Вперед пошли Мэд Лэдс. Они снова с мячом, пас перехвачен. Нашел Рибери вариант для паса, может получиться интересно. Нет, здесь уже ничего не получится. Штрафной удар последует за этим нарушением. Судья сегодня неумолима. Судья в этот раз проявила милосердие и обходится устным предупреждением. Однако можно не сомневаться, что любое последующее проявление грубости будет наказано карточкой. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Классный пас на ход верхом. Будет опасный момент. Флаг бокового поднят, значит, был офсайд. Нет, нет, и еще раз нет. Нужно отдавать передачу гораздо раньше в такой динамике. Брат, Тарджи. Апеллять PUBG, а PUBG, а FIFA, а Тарги, брат. Это думиасту. Апеллять USB порт элемары, брат. Уже скоро перерыв, сейчас видно, какие... Хестор капец и врем, брат. Пока что они проигрывают с минимальной разницей. Ванны джойстик на зигзаги цен векали, брат. Не работает, не апресс. Press PlayStation 5, брат. Сейчас мусорил банов. Оригинал, брат. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится. Ой-ой. Ура, Люсер, чего вам месяц счету? Урдица из конопки с Рамьяном, брат. Ноль варва, Мэри, хануту, на, варва. Има USB-портом я с релем, брат. Има банчем карасом, хэца порцани сафканен, кэль яхтер. Я пес порцаном, кэль аркянкас. Иде мах, иде сирот карфа мамалот. Паси. USB порт сечичана чо. Хало бро, хало. Такое преимущество еще в первом тайме. Бахи USB порт сечичана чо. Иде мах, иде чигали. Усаг идран карес, има баночин карас. Иде. Защитник. Вишлав, но быть сирот джойстика, блядь. Гости в последние минуты очень... Голова аналогов фагам, брат. Аналогов авели кайфа, а, брат? Все четко вратарь делает, удар получился не самым опасным, но игрокный голкипер не теряет концентрацию. Уверенно... Голова это в кухне митах, брат, Джоначи. Четко действует вратарь на выходе. Общо в калам хейт талнем, да, маселем, мерханут, да? Да. Ага, Чаначи цапе, это вы кохаци. Это вы Чаначи дзене кафенгер. Тарари-ра-ра-ра-ра-ра-ра.
Ապես որ գոր չենք ալի, գնացին են գործի, վիշկայի ինք սպասում, ապե ասինք ինչ անենք, ասի գնանք խաշ ուտելու միջև վիշկա սպասլու գնացին խամոցի ապե, խաշ ուտելու հորը սարը։ Անուշ, աղպեր, անուշ։ Տղերք ասում են ապե դու վերջնես, ասում եմ աղպեր ոչ ինչ ես, սաղըտ կետակ ասեք, կարա մեհերը ուրա։ Վուտբոլ նա ստիդիոնի Էտիհադ, եդիմ դալչ։ Արախըմ ծրեցի, ապրես բրատս։ Դարա կոնկրետի խում ծրեցի բրացավը։ Կզես։ Մա, ուհա, USB։ Ուվերինա ատբիրայդ մեջ։ Hyper X չէ ապե, Hyper X չէ, միկրոֆոն, դոնգել։ Բամոս միասնենք, որ ոնց է ջոյստիկը միանում, բանի PlayStation-ի բրատ։ Բամոս միանում է, բամոս միանում է։ Ինչ ես պահում բրատ։ Կնոպք եմ։ Աղբեր ես եք ասամ էլ է աղբորբ ես, մեջ տեղ իրա կնոպքը կա է, հետք էլ սխմի։ Որը իրեն գիծը հա բրատ։ Ինչ իրեն գիծ աղբեր։ Աղբեր մեջտեղի չեմ մանում, ինչ իրեն գիծ, մեջտեղի կնոպք են էլ։ Ա, PlayStation-ի կնոպք են, սխված։ Ահա, իչու, բրատ։ Իչքոր բանով, ապեն կարող է զարյատկը չկա անջատումա, միանումա անջատումա։ Հա, կարա տես բան լինի, հա։ Միանումա աջատվումա, կապուտ լուսա ջոյսիկի վրա բրատ։ Բլուտուսը ճանաչ ես բրատ։ Դաբավից ուստրոյստվ աղբեր։ Վես պրավոտույն դիսպել իրի դոք ստանցև սե աստանի բլուտուս մուշի կլավիատուրի ռուչկի աջիտորի ուստրոյստվ ակ Никола Стальяфико. Ара, лютенак аптеча, брат, ле ми варкян апе. Франк Рибери. Тагарк чхапин, ха апе. Бани зарядка я, бре. Вас е само заблокировас там. Вахе е, синч е, срадалар. А я, ха, брат. Сюш, еса соволем, апе, дзевчка виз пити денег, брат. Собралась. Мяч летит точно в руки вратарю и остается в них. Как здорово он игру читает. Есть партнеры в атаке с ним. И получилось у них атаку развить и мяч у соперника теперь. Слишком сильно мяч пошел, Ничко, и вратарь первый на нем будет. Да, Сэрэ Чантага. Հաստատ։ Пожалуй, его самый важный перехват в матче. Есть варианты для развития контратаки, нужно играть быстрее. Интересно, какое продолжение для этой атаки они выберут. Пашес, а? Очень опасная атака. А, Кёнкс. Перехват и она закончена. Парапи гна горцы, Кёнк. Сидней Гуву. Ха, фотошоп. Вратарь с этим ударом. Окей. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Гуву. Ну, тарар бдасер танелу, уэн кукиндер утелу. Голкипер на месте, справился с ударом. Нормально, он вопрос, сэль. Ага. С ближним угловой разыграли. Денис Закария. Пас перехвачен. Սացում, ու չեմ, չեմ են իշում վարդում, շտիպի գոլ խպեց, ինչ արեցի, վատ խաղացովը, ես եգրով չանցում, հա պրատ, 73 նա, ես ես պացի կրծանում, բան չի մնաց է պրատուս, էլ մի լոպ է, էլ մի հատ, բայց մենք մի հատ մտնենք էլի, նա վսակի կարող ամարդ ես միանը ավտոմատ, Давай, вази, голос. Ես մելությունց, որ ճանաչի շատ լավ կրնի։ Աղպերիք ճանաչում, միատ իրը դրայվերը կցել, իգրի դը, արով ոնց էր էլ, դը, ու, միաստում եմ, լուսը բարգատանում անջատվում ա, բրատ։ Սպասի կցես տակ էլ խաղը։ Լավ, դու էլ խաղա, բրատ, դպրծ էլ է։
Вратарю не пришлось вступать в игру. Такая Синди фигню не могут продать, братан. Ара ля вара. Це стака хага зарабанч чога. Дикон. Это не мог так хага. Атака прервалась на подступах к штрафу. Что это? Пошла контратака, это может быть опасно. Арма для пиканков. Безупречная игра в своей штрафной. Ага. 81-я минута. Здорово держит мяч и продвигается вперед. Голосо. Повезло вратарю, что мяч не полетел в створ, было опасно. Харар дурной пагетик. Идет мяч. Гол, молодец, молодец. Еще один мяч вылетает в ворота соперника, плюс 4, это больше, чем разгром. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Арон Бисака получает мяч. И мяч возвращается к ним. Классный пас верхом, очень хорошо отдал. Прекрасный пас на ход. Туре. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Хорошо владеет мячом Мбаппе. Не получилось у них отдать соперника теперь. Одна минута добавлена к основному времени матча. Да, против Эллины карты. Молодец, кричатос. И на этом матч завершен. Для хозяев это означает, что они проигрывают на своем. Здесь ничего не умею. Я спас спокер и пацаны. Ника по-любому спас меня в этом. Super nice, my dad. When you can say a joke of a soft asset, other of it, I just. Давай сильно впашки на месте. Ага. Ты зэц. Артем полюсен ганкели. Тин капе. Тин капе. Это цаха на фига. На фига. Там вы чё-то дороги. Ай, ты зэц. Тин капе. Бэт кэнк тэ. Бош. Тин сахэнк. Тин капе. Давай, мяталь, мяталь. Алло. Алло. Ах, переспитан с первицатами галис. Oh, fear goes boss. It's a tongue of tongue. Ah, ah, but I know. I should listen to Zenit. Won't seem Zenit. In general, listen, let's put on a little man. Put Zenit, listen, man. What horror is solid? Ah, I know. Spots it says because awesome. Allo. Brother, let me at grid Zenit.